Всем привет! Это Василий Лда. Сегодня будем призывать 54 героя Вальгалы. Посмотрим, что у нас получится из этого. Так, место у меня есть. Так, начнем сначала с героев за монетки. Сразу что-то пошло. Пока не знаю. Посмотрим, что это за герой. Вроде неплохой. Квассир. Будем квас мутить. Что-то интересное. Опять же, посмотрим. Все герои новые, поэтому я даже не знаю, хорошие они, нехорошие. О, Гунар, конечно, как же без тебя. Бьорн. Так, что у нас делает Бьорн? В принципе, неплохой. Хутао очередной. Какой уже четвертый, наверное. О, еще один Бьорн. Два брата-близнеца. Конечно. Это что-то новенькое. Ну, в принципе. Блин, минус 40 защиты против льда, это неплохо. Обычный бронерез у нас минус 36, кажется, кидает. Не помню точно. Так, еще один Бьорн. Пошел сундучок. Клинок, это хорошо. У меня как раз заканчивается. О, Беульф. Кому-то из наших он недавно попался. Плюс 30, плюс 32 защиты на 4. 300, плюс 4. Ну, в принципе, неплохой как бафер. Но несмотря на то, что он получает недуг. Посмотрим, раскачаем, проверим. Писька. Валенок. Так. Проверим. Еще один бисексуал. О, Фенрир. Вот этого я и хотел. Вот это шикарно, это топчик.
Ну, короче. Вот Фенрира взял, в принципе, уже повезло. Уже можно никого не призывать. Ну, ладно, поехали дальше. Так, это я, кажется, брал, да? Нет, не брал. Меривив. Так, я пока не могу раздуплить, как это она так работает. То есть, походу, после того, как мы активируем цепочку боли, она начинает накапливать плюс 10 к атаке. Теоретически так. Очень быстрый. Рейнджер, да, у нас, да. Идун была. Опять бисексуал. А, сундук забыл взять. Поторопился. Владычица тумана. Сорок урона цель. Опечатка. К новым усиления. Вот это вроде неплохое, вообще отличное. При правильном подходе можно топ-команды сносить. Так, что у нас? Она у нас быстрая. В принципе, можно, я думаю, раскачать до очень быстрой. Церковник. А, сундучки у нас накапливаются. Ага, значит, ничего страшного, что я поторопился. Квасира мы, кажется, брали уже. Да. Пчеловод. Еще один бисексуал. Ну, блин, развелось их, конечно. Можно создать команду из нетрадиционных героев. Так. Сколько у нас? 24 героя. Так, путь доблести. Надо завершить. Поехали дальше. Так, призываем теперь 30 героев. Тайрон, ну конечно, как же без него? Стандартный набор.
20. Ну вот из 20 сколько там? 2, кажется, нормальных попалось. О, вот это бонусный прилетело. Так, ну и смотрим. Все то же самое, все то же самое. Бронхильда. Так, это кто у нас? Разбойник. Восстанавливает 30% здоровья. Снять усиление на протяжении 3 ходов. Ну, такое надо пробовать. Что она у нас быстрая. Так. Кто у нас дальше? Этот был? Да, этот был. Владычица тумана у нас была. У нас теперь их сколько? 3 штуки. Раз, два, и там мы еще получали, да. Ну и вот это вот бонусом. 95 урона всем врагам. Или снова Фольмера. Тоже что-то непонятное, но надо смотреть. Слишком много буков. Ну, по урону как бы вообще ни о чем. Рыцарь. Призывает лесного фамильяра для всех союзников. 17% здоровья, 13 атаки. Ну, минус 20 к регенерации маны, это неплохо тоже. Свои стихии. Ну, в принципе. Неплохо. В связке с Лианой. И с нашим кинжальщиком теоретически. О, еще и 3 сундука. Кольца, это хорошо. По доблести. Отлично. Так, вот она. То есть Теллурия будет неплоха в связке с Лианой, либо в связке с Кингстоном. Кингстон неплохо так. То есть если еще он кританет и связь стихии. У меня сейчас Кингстон в основном в связке с Мелиндором идет. Ну, тут связи стихии нету у Мелиндора, но тем не менее против синик они отлично заходят. Так, ну, как бы на этом все. В
принципе, призыв более чем удачный. Так, еще раз посмотрим нашего Фенрира. Ну, вот Фенрира вообще шикарно. Когда его раскачаю, непонятно, потому что у меня сейчас Вела качается. А после нее уже пойдет Фенрир. Так что все, ребятки, всем счастливо. И хороших вам остаточных часов на призыв героев Вальгаллы. Надеюсь, что еще кому-то что-то выпадет.